Сегодня в подмосковном Чехове стартует первенство России среди игроков 1999 года рождения. На титул чемпиона собралось 16 претендентов из различных регионов страны. Наибольшие представительства имеют Самарская область, Москва и Санкт-Петербург, приславшие в Подмосковье по три команды. Наряду с самарской «Сдюшор» номер 13 и новокуйбышевским «Олимпом» выступят в Чехове воспитанники тольяттинской «Сдюшор» «Красные крылья». Кстати, именно они являются действующими чемпионами страны в своем возрасте. На финале слабых нет соперника, тем более... В принципе, даже самая первая игра уже самая решающая, потому что Пермь очень хорошая команда. Где-то мы стилями даже похожи с этой командой. Вот, поэтому есть лидеры, и будет очень тяжело, но мы, как всегда, настраиваемся дать бой всем соперникам. В Чехове участников финального этапа ждут матчи в группах, а с 28 марта стартует плей-офф.